только псыш нас может спасти в такой беде. У нас сломался каракат, сломалась машина. Впереди непроезжаемая тяча. Прицеп Женя туда угнал и сюда вернулся. И все. Нам терять нечего. Мы живем здесь, прямо здесь. Ваше здоровье. Джонни пытается сделать нам пружинку в очередной раз. Джонни уже это делает второй раз. Да. В общем, как обычно, ничего нового. Да, тоже должно быть. Сегодня плюс 28, почти тридцатник, жара. Машину придется бросать здесь. Ничего не поделаешь. Так и так, решено здесь машину оставить рядом с бересовыми полянками, тому как здесь не проехать мне. Может быть, я и проеду, а если будут дожди, то я уже отсюда не уеду. Так, сегодня я гнал медведя по дороге, ехал один, снять было некому. Такая вот чача. Не рискнул я, не рискнул. О, тут опа, опа, смотрите, сразу проваливается нога. Караката галоши-то широкие. Он нормально гребет. Побросали. Ты хлеб туда осторожно тоже. Так. Так, сейчас медленно приедет. Тихонечко, да, на второй. Так. Это хлеб, лучше картошку. Это заправка какая-то есть? Что? Это заправка есть? Бензопиле. Бензопиле, может быть, и есть. Было? Было. Что было? Минуту было. Что прошло? А ребята пьют и пьют. Это только что вылег. Да, мне нельзя, мне нельзя. Вот так, ну, вот. Давайте. За хотя бы за полпути чуть-чуть. За преодоление лужи. Вот так вот, видите, а мне нельзя, нельзя, не дают. И вот мы катимся, да. Не взяли бы так. Рядно ощипанные. Как можем, Наденьку пока оставили отдыхать. Стоп, раз, два. У тебя тормозов-то нету, тормозов-то ведь нету. Ладно, нормально. Лучше вырубить, более-менее. Ну, хули. Ну, я могу немножко задним. Не надо ничего, разгрузимся, потом все. Тут нормально, удобно разгрузить. Маяки у нас тут цветочки наросли. Дом, родной дом. Здравствуй, мой родной. Господи, добрались. Ну вот мы добрались себе правдами и неправдами. Надю пока оставили отдыхать в лесу, но мы в доме. Вот наш водитель дикого караката. Дикий, да. Вон он там стоит, наш каракатушка. Фу. В доме жарко, очень жарко. Да, на улице еще хуже. Да, тут мыши фестивалили, мама, не горюй всю зиму без нас. И танцуй, друг.
Ну, это вот немножко пшиза. Всем привет, всем добра. Не ругайся. Да, ой, пардон. Предохраняемся, да, предохраняемся. Давай. Все на пытке? Да. Воды много. Воды много. А судя по всему, смотри, вода здесь была. Вода вот здесь была, высокая вода была. Все смыло. Нет, ты набирай, мы потом утащишь и заберешь. Вдова бы те бы маленькие натаскаем. Ты ж хотел или большую напоследок.
Взял. Чуть не убил меня пробкой. Ничего не важно. Все, вода такая. Черненькая. Черненькая. Оп, взял. Тут и все, сейчас быстро ехать. Хочешь оставайся, лови рыбу, а надо спасать продукты. На. Продукты спасать. Котлеты там. Да, конечно, раздавились. Вот, грузим прицеп. Прицеп сегодня работает больше нас всех. Все самогон. Вместе взятый, да. Это березовый сок. Ага, а вот она. Это неленский сок. Фу. Ну что? Ладно. Все, давай там неси. Поздравляем, сестречки. Первую жертву. Давай. Женька решил покупать, искупать своего воблера. А мы, и да. И испытать спиннинг. Да. Запытай. Запытай. Ой, посмотрите, какой он. Мокренький. Сирый. Мокренький. И похож на этого, на бобра, бобра. Всем бобра. Женька, покажи свое лицо. Какое? Какой ты в первый день? А потом какой я ты в первый будет... день? Хороший. Да. Превращаюсь попробую. Всем привет. Мы на Неллинге. Наконец-то. Сзади, да. Мы сегодня добирались. Блин, мы добирались сегодня. Мы в 5 утра сегодня выехали. Начали собираться. В 6 часов от гаража. В 9, в 10 мы уже закупились и заправились. В 11 где-то мы были в Сюме. Пока то все выкатили каракат, поехали, и у нас начались проблемы. Благо мы взяли с собой прицеп и каракат. Да, 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 да. На нем мы доехали, в общем. Ломало все по очереди. А вон дымок, смотри, тебе тут крыша. Так, что вот так вот, да. Короче, сцепление полетело. Ну как, не совсем. Ну, докуда смог, доехал. Бросил машину в лесу. Все перегрузились. Ну, конечно. Да, бросали, тоже вытаскивали. Вот здесь и сварили. Не кидаешь, но кидаешь. Зона обстрела. И кличку. По Карповской. Так, сегодня, кстати, 1 июня, началось лето, мы приехали здесь почти 30 градусов жары, так вот. Женька решил покидать. Его подождет. Я пойду мне. Я слышал, у него поймал. Борется там, борется. Его заставляет идти обратно. Пошел на рыбалку и не взял с собой стопарика. Да. Не закондырил, поэтому поймал одну. Ой. Он не поехал на симпозиум. Не поехал, да. Он купил батеря и пошел на реку. Это же не серьезно было. Он сказал, что я, говорит, план минимум выполнил. Дальше можно, говорит, ничего не делать. Дальше вообще. Можно мини-ушку запасать? Да из одной щучки. А что такое? А куда ее сейчас? Посолишь, что ли? Посолу не даст. Нет, если сейчас ее посолить... Ее бы желательно сразу тогда и на берегу и почистить было. Ну, у тебя ножик-то, ой, мать.
Мачетчик. Мы подождем. Почистишь, помоешь здесь, да гораздо будет лучше. Вон дощечка есть. На. Ну так-то да. Вот поймал, иди чисто. Ну как ты хотел? Поэтому похоже нет. Завтра ты что, как решили-то? На озеро? Отсюда пойдем. На озеро или на речку? Что делать будем? Ну у нас 3 дня можно по реке пройти, пока она не поднялась, если будет ливень. Да, ну вторник. И вода вроде не грязная, да? Ну пока, пока не грязная. Пока ливня не будет. Ну давай до Павловски туда спустимся. Как минимум пока. Потом уже вперед, да? Да. Вот дощечка, помоешь ее там, почистишь. Я думаю, попробуй. Дощечку попробуешь. Ну, помните, ребята, да, у нас видео были про пельмени, там, про все вот это вот. А это будет что-то как-то, блин, пошло не так. Меняем нашу какая-то... Слишком жаркая. Как она там называется, да? Меняем моду. Меняем моду, да, у нас теперь вот грудка в кляре. Ну, не в кляре, а в панировочных сухарях. Сейчас мы ее обжарим. Завтра мы ее возьмем с собой на рыбалку. Если сегодня не съедим. Да, если сегодня не съедим, да? Так я пара может сказать. Да, мы помылись чистенькие. Обливался. Мелец кровотой. Я бы сказал устами зарубежных поэтов. Crazy country. О, слышал, да? Че вещает, блин. Так что вот вам хрен, а не пельмени. Скажи. Я перемешиваю сухари с солью. Фундамента для меня. Он перемешивает. Так. А это щука, почти килограмм. И мы не знаем, что сделать. Килограмм, она, конечно, на улице жара. Что с ней делать, не знаем, не знаем. А зачем? Надо в сковородку сразу же. Вот что потом он их одновременно положил и... Они жарились одновременно. Они... Ты соль перемешал? Да. Вот, это щука фанеровочная. Свежая, еще плавала час назад. Только что, да. Да. Чешуя. Нихуя. Ты давай это самое, нихуя. Жопу высыпай. Нихуя. Моя работа. Санькина работа. Снимать. А я только что креща с себя снял. Да, огромного, как пол носка. Да, да, и ничего. Я теперь в панике. А не запостил? А Женька теперь боится. Я не боюсь. Я его раздавил. Раздавил. У меня уже такое ощущение, что они по мне все ползают. Да, да, да. Такое есть, да, когда... Это паранойя. А будешь спать, вообще будешь шевелиться. Вон там кусочек. Этот первый кусочек. Вот этот. Вон еще курица кусочек. Да, да, да. Вчерашняя курица. А что звенит сегодняшний? Хочу немножко. А, нужно ее подогреть сковороду. Она подогрета уже. Фига потом. А что, масло? А я рыба, я рыба. А я рыба, я рыба. Ай-яй-яй-яй, я щука, я щука. Вот щука. А вот такая щука. Еще кто-нибудь подсветил бы тут темно. Многовато, много. Ничего страшного. Кашу маслом не испортишь. Юху! Мы же... Жареный клещ вообще. Жареный клещ? А тут почему думаешь, что там их нет? Где, в рыбе? Ну, клещ... Здесь почему нет панировки? Клещ сидит, это курица. А вот здесь. Все есть, все есть. Давайте, блин, уже выкладывай. Положи, лучше, которые больше толстый. Всех толстые. Давай, лучше, давай. Леха, давай, сбрасывание выигрывает с партизаном. Что-то не жарится. Надо было разогреть, я тебе говорю, что надо разогреть. Сейчас все будет нормально, уже слышно же. Шкварчит же. Ты уж так. Нормально все. Ну так ее это, так, поделай, чтобы она не пригорала. Что-то рыбы-то мало. Сколько ты хотел? Только поймал. Голову-то выкинул. Это все? Это все? Да. Ну все. Пускай она, это самая маленькая. Карица. Потом к нам садим, слушай.
не по уровню стоит. Так понятно, не по фэншую. Что, будем дальше самогон пить? Вы не слышите, что там за кадром говорят? Ты накрой. Мы готовим. Я сказал, будем. Вот немножко перевернули. Эта щука плавала сегодня в речке Нелинге. А один гад взял ее и изловил. После того, как мы налили в речку аттрактант. С вами пиздел, вы хотите, чтобы я тут сжег, что ли, все? Санька у нас тут щуку готовит. Да? Вот сейчас только газу добавлю. Не-не-не, давай без газа. Вот что, с газом все могут. Без газа как? Ой, вкусно-то как. На самом деле, похоже, что она уже может быть... А, вот, все, она готова, она разделяется. Все хорошо, ладно. Горячий рыб не бывает. Ой, красота какая, а. Только пойманная, свежая рыба. Да, все говорят, что мы как бы типа лентяи. Не готовим. Не лентяи, вот у нас целый стол есть. Жень, всего. Надо это ополоснуть и повесить. Кто там ближе к вам? Ополоснуть. Все, тогда проходи, я повесить. Андрюша, что ты скажешь по поводу щуки? Ну, хочу щуку жареную. Андрюха у нас решил, что для туалета надо пройти безопасно, без клещей. Когда поймаешь себе два клеща за столом, до туалета будешь косить траву. Вообще быстро, смотри, идет. А ему еще вот это все косить.